Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в МТА до серии This My Life, РП. Я знаю, мы в предыдущей серии покупали внедорожник, это Range Rover наш, но я решил купить еще один. Зачем, скажете? Да потому что это злой внедорожник, это просто зверь. Сейчас мы поедем в автосалон ВСФ, и вы поймете, что это за машина. Мне она раньше что-то не нравилось, там, ну, что-то не знаю, что-то там, то не нравилось, там, внешне. Но сегодня утром я ее увидел, и думаю, надо ее купить, по-любому. Тем более, деньги есть, почему бы и не купить. И будем сегодня покупать зверя. Просто. Интересно, кто-то догадался или нет? Ну, это джип, да. Можете догадаться. Опча. Ну, не знаю, навряд ли вы догадаетесь. Какая-то машина. Но, может быть, и догадаетесь. Едем в автосалон ВСФ. Так, поворачиваем. Поворачиваем. Что фастик хочет? Поехали. Мы спешим, фастик. Такс. Едем в автосалон ВСФ. У меня и так, в принципе, много машин, но после зимы потом продам, наверное. Ну, Range Rover мне очень понравился, я не хочу продавать Range, хотя у меня есть гелик и есть Сугурбан. Ну, гелик по льду, я скажу вам, он его разворачивает вообще жестко. Кто был на стриме, тот поймет. Его именно жестко нахрен, блин, разворачивает. Он не годится просто для такой езды. Такс. И поэтому я решил взять, ну, типа, можно сказать так, на замену гелику машину. Решил взять на замену гелику машину, ну, другую машину. Так, ну, сейчас у нас сколько? 6 утра. Снимаю для вас серии ночью, потому что днем я делаю стримы по 3-4 часа, и нету времени снять серии. Поэтому я снимаю ночью. Вы же там просите стрим, давай. Ну, вот так вот. Приходится ночью снимать, не спать. Ночью снимать по 5-6 серий. Короче, жесть. А вы лайки не ставите, да? Негодяи. Так, подъезжаем к автосалону. Почти доехали. Так. Убираем Макларен сюда. Сейчас будем покупать какую-то тачку. Где она? Вот. Вот эту тачку я хотел купить. А ну-ка, дай проехать. Так, я решил себе взять СРТ. Да, у него немного провалились колеса, но это ничего страшного. Я в этом ничего плохого не вижу, в принципе. Так, давайте заедем в СТО, я поставлю чип. И мы поедем дальше. Настройки, загрузка. Давайте вот X5 поставим, наверное. Чуть-чуть бампер разбил. Цвет я даже не знаю какой. Цвет. Я вообще думал. Вот такой бордовый сделать думал. Вообще боком тебя рвалит.
Я вот такой бордовый думаю сделать, мне такой цвет прикалывает. Так, давайте еще раз. Колеса. Белые. Так, поехали. Так, ух ты, ёпты, вот это мы только что распедалились. Хорошенько. Хорошечно. Так. Погнали. Сейчас блат номера поставим на него. Какие-то хорошие. Не знаю, диски менять, не менять. В принципе. Ну, он так прёт хорошо, кстати, на этом чипе. Ну, диски у него большие, я думаю, блин, менять не надо. Будем на стоковых ездить. Да. В клан, кстати, да, кто хочет клан, то просто тег ставьте, как у меня. Ой-ой-ой. Вот так, GTR ставьте. Ну, цвет клана можете тоже поставить. Так что вот так вот. Блин, ну эта тачка мне нравится. У нее что-то кузов шатается. Я не знаю почему. Так. Поворот. Поворот. Ой-ой-ой. Жесть. Просто жесть. Все-таки до жопы. И гелик. Эта машина сильнее скользит, чем гелик. Вижу. Так, ну мы все-таки заедем в тюнинг, посмотрим. Что-то можно с ним сделать. Вот номера какие ставить, я не знаю. Может эрки поставить? Я, по-моему, такие номера есть, да? У меня, по-моему, такие номера есть. РРР. Только на какой тачке? Я забыл. Так, это уже не то. РРР. АМР. Там было у меня РРР. Оу, я АМР. Блин, я помню, какие-то Р были. Вот. На Бокстере. Ну, здесь сделаем восьмерочки. Купить. Во. Заебись. Мне нравится. Так, поехали дальше. Кстати, тюнинг убрали, он теперь только в ЛС. И приходится туда постоянно ездить. Ну, думаю... Так, ой, блядь. Вот так само гелик заносит. Я не знаю, чего это. Но их постоянно заносит. Постоянно. Не знаю почему, но постоянно их заносит. Поехали в тюнинг, съездим. Посмотрим, не подарили две гели, дом и машину, куча денег. Чё, нормально тебе, док.
Ой-ой, блядь, расколбас. Ебать, кузов. Кузов вообще пиздец. Такс. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. У него она вообще не тормозит. Какой гололед, она, блядь, с места уже котится. Это жесть. Давайте сделаем ночь. И поехали. Не знаю, блин. Вот. Колеса менять или нет? Мне кажется, они будут маленькие. Так. Кстати, что они здесь дома не сделают? Я вообще вот этот домик купил бы. Так, с поворотик. 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 Ну чё, блин, она вообще не тормозит. Тупо влетает и все. Для зимы эта тачка не подходит, блин. Я надеялся, что хоть она нормально для зимы будет. Надо было все-таки Раптора, наверное, брать. Там и резина шипованная. И, ну вы поняли, короче. Все там четко. Надо было все-таки брать. Может, возьму Раптор в следующей серии. И не знаю, короче, блин. Потому что эти машины не подходят. Для зимы, к сожалению, они не подходят. Они вообще боком идут сразу просто. Элементарно. И мне это не нравится. А тормозит она вот так вот вообще. Уходит. Уходит просто в жопу мира. Так, у меня и так много машин, в принципе. Надо посмотреть. Ну, сами можете посмотреть. И так называется много машин. Ну, у меня самые топовые тачки. Если вы хотите, чтобы я свои тачки все достал и показал весь свой автопарк, номера, то пишите в комментариях. И ставьте лайки обязательно. Короче, машина неуправляемая. Ей нельзя по зиме ездить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Всем пока. Ждите новых серий.